нашла одного из охотников. Чужачка, да? Ну, а кого бы еще принесло на мою тропу? И что это за тропа? Прочь от традиций. Прочь от Верака. Это не... Чтоб вам... Им нужен металл. Но мне он нужнее. Банук не принимают помощь. Это правда? Они нет. Я да. Дело того стоило.
Хорошо дерешься. Я Икри. Спасибо. Я Элой. У белых зубов пропали два охотника. Тебе вроде ничто не мешает уйти, так что... Я осталась из-за другой. Майлен. Она сломала ногу, спускаясь по льду. Я ждала, сколько могла, но ей надо вернуться в Верак, пока они не ушли. Вам так важно быть принятыми в белые зубы? Это один из великих Вераков Банура. Великих осталось не так много. Я пошла к ним за Майлен. Я была ее тенью на снегу, а она моей. Стать охотником белых зубов было ее большой мечтой. Это Майлен твоя подруга? Да, с самого детства. Всю свою жизнь. Тут мы должны доказать, что ни в ком не нуждаемся. И я дала слабину. Это слабина для Майлен везение. Она смотрит на это иначе. Майлен не разрешает тебе помочь ей, потому что таковы правила. О, да, ты смекаешь. Просто за жизнь много наслушалась про запреты. Не разрешает. Не берет целебные травы и даже еду. Только то, что может подобрать сама. Когда она бредила, я к ней подходила. Но теперь она меня вообще не подпускает. Что таким образом положено доказать? Что мы так же сильны, как наши предки. И так же хорошо умеем выживать. Когда они пришли сюда, угодили в буран и застряли у подножия ледника. 4 дня, 4 ночи. Когда буран утих, выжившие увидели Длинношея, который привел их в Банур. Ну, по крайней мере, так рассказывают. Давай доставим ее к Вераку. Ладно. Есть шина для ее ноги. Снадобье, чтобы унять боль, но добровольно помощи она не примет. Закон выживания. Законы не должны разделять нас с теми, кто нам дорог. Ну а если эти законы ей дороже? Идем наверх. Вот куда мы идем. К замерзшему потоку из льда отца. Он забирает многих, но ее он не получит. Мы этого не допустим. Еще выше? Нам повезло. Упоры оттаяли. Вот. Снова отключились. Вдвоем мы отобьемся от машины, защитим ее. Еще одна традиция нарушена. В этом деле, чем дальше, тем проще. Thank you.
выживальщики. На холоде чуют металл издалека. Thank you.
Огневолки! Ну, готовься, Элой. Взяла.
Такой жар почуешь даже на морозе. Зря она шла на больной ноге. Ведь она все слышит. Это чужачка. Это ты ее привела? Ну да, сбегала в земли Нора за копьем, чтобы воткнуть между нами. Я сказала, испытание мое. Я пройду сама. Я выживу сама. Что тебе дороже, Майлен? Нога или гордость? Потому что тебе придется выбрать. Хорошо. Знаю, ты на меня зла. Но я клялась, что белые зубы тебя примут. Так и будет. Я вернусь. Одна. Нет. Я хочу сама. Пусть. Не надо. Майлен, надеюсь, однажды ты меня простишь. Я не приняла от тебя помощи. Так что пускай Верак тебя простит. Да мне нет дела до Верака. Она поймет. Ты спасла ей жизнь. Ты плохо знаешь натуру Бану Калой. У нас есть много способов, как выразить злость, и лишь один, как принять извинения. Я пойду своим путем. Мне не место с ними, теми, кто ее бросил. И мне не место рядом... Икри. Я найду в леднике расселину и выкричу в нее свою скорбь. Пусть она останется во льду навек. Что мне им сказать? Вераку. Что я пала. А она выдержала. Хорошо. Возьми дорогу. Лен вернулась. Полагаю, тебе есть что об этом сказать. Да, есть. Так покажи мне, чего стоит слово чужеземца. Я небольшой знаток обычаев Банук, но я знаю, что вас заботит соблюдение законов. Как предписано правилами, она продержалась 4 дня и 4 ночи. Под натиском стихии она выстояла. Разве не этого вы хотели? Так и есть. Отныне Майлен будет носить нашу раскраску. Странница, ты не нашла другую? Ее зовут Икри. Она ушла. Она так решила. Ее имя всегда будет в моей песне. Что ты из громового?
И если моргну, то веки смерзнутся. Thank you.
Ну что? Этому не подойдет. Чем-то похож на солнечный ожог.
Тихо, тихо! Запас. Понадобится.
Как бы об этом не пожалеть.
заглушить эти импульсы. Избавиться от этой башни. Thank you.
Маленькая, но яростная. Come on.
Урсус Американус. Великолепный экземпляр американского волейбола. Представляет Montana Recreations. Красота, ты был могучий зверь. А мех? Ты ведь не чувствовал холода? Не сохранил тебя? Кто бы вспомнил о тебе? Тогда мне придется что-то выбросить. На гостевом центре можно поставить крест. Стратегическая операционная ценность примерно 0,0. Не вижу причин, почему бы после закрытия не посадить всех сотрудников наверх и не отправить во свояси. И пусть живут на минимальный базовый доход. Извини, что мешаю. О, я... Да, здравствуй. Странница у храма забытых зверей. Заходи. Я Инюк. Элой. Это храм чего? Когда мир предтеч еще дышал, великий человек сделал крохотный тотем зверя и сохранил внутри образ. Когда тотем на пьедестале, этот образ... рисуется прямо в воздухе. И зверь вновь оживает. Ну, почти. Тут 7 пьедесталов. Где остальные тотемы? Этот я нашел случайно. Я вспомнил про углубление на пьедесталах. И в основании тотема увидел похожие. Но ты права. Он один из 7. Великий Montana Recreations наверняка сделал другие. Но они затерялись. Так эти тотемы показывают образы животных, которых больше нет. Они сгинули, как предтечи. Похоже на то. Горько, что этих великолепных зверей больше нет, и что мы даже не знали о них. Мы зависим от зверей так же сильно, как от машин. Пища, шкуры, но изучаем ли мы их с таким же рвением? Я да. Например... У меня есть теория насчет лис. Почему у них красный мех? Подумай, что они едят. Мясо? Сырое мясо. Мясо с кровью, понимаешь? Причина и следствие. Логическая связь. Все сходится. Я как-то никогда об этом не задумывалась. И я нашла 6 таких же фигурок. Может, они тебе и нужны?
синим светом. Не смел надеяться, что увижу всю коллекцию. Посмотри, они... прекрасны. Ты совершила великое дело. Возможно, это последнее свидетельство существования этих зверей. Возьми. В благодарность. И приходи еще. Я и друзья-животные будем тебя ждать. Эти фигурки сделал великий человек. Так и есть. Он был тем, кто изучает природу. Как я. Но, конечно, он был в 1000 раз способнее меня. Великий Montana Recreations. Быть может, величайший естествоиспытатель среди предтеч. Он говорит, что сам создал эти тотемы, сосуды для накопленных им знаний. Я разделяю его страсть. Желание понять зверей, описать их повадки и сохранить их образы. Я тешу себя мыслью, что я вроде как его ученик, продолжатель его дела. Возможно, когда-нибудь я заслужу право носить его имя. Enyuk Recreations. Пока это все. Тогда увидимся. Альцес, Альцес. Благородный лось. Представляет Montana Recreations. Рога растут как... деревья, конечно, этому лосю нужны были эти чудные наросты, чтобы маскироваться. Canis lupus, загадочный серый волк, представляет Montana Recreations. Может ли так быть, что эти волки и наши лисы — это одно и то же? Может, по прошествии сотни зим... нет. Нет, это смешно. Adacoileus virginianus. Прекрасный чернохвостый олень. Представляет Montana Recreations. Не похож на хищника, но, возможно, эти рога нужны были ему для охоты за неимением клыков. Свирепый серый медведь представляет Montana Recreations. Такие когти могут разорвать тебя пополам. Может, в юном возрасте, но Montana Recreations, сказал он седой. Он стар для охоты. Бизон, бизон, бизон. Именно так на латыни называется царственный американский зубр. Представляет Montana Recreations. На латыни? Может, в мире предтеч так было принято несколько раз повторять имя особо почитаемого зверя? Puma Concolor. Грозный дикий кот. Представляет Montana Recreations. У него шкура песочного цвета. Это землеройное животное? А зубами он норы копал? Ursus Americanus. Великолепный американский барибал. Представляет Montana Recreations. Как бы тебе понравилось встретить его в лесу? Думаю, мне очень бы понравилось. Какой же прекрасный зверь. Это снова я. Вижу, ты разделила мой интерес к зверям из мира предтеч. Пока это все. Тогда увидимся.
Это снова я. Вижу, ты разделила мой интерес к зверям из мира предтеч. Пока это все. Тогда увидимся.